Время Венеции. Рано или поздно оно наступает для каждого, кто увлечен искусством. Вот и ивановский живописец Светлана Кузьмичева не смогла в своем творчестве обойти эту тему. В новой галерее художественного музея открылась ее выставка, посвященная прекрасному итальянскому городу на воде. Ну, это для художника как бы важно, ну, что-то сделать на эту тему. Это нечто такое сакральное вообще для художников. И если мы возьмем всю русскую культуру, то все это масса поэтов, которые писали о Венеции. Это и Блок, это и Брюсов, это там Пастернак, это и Гумилев. И поэтому, ну, как-то хотелось, ну, как-то в душе это живет. Вот это вот, я говорю, это как пригород России. Венеция, такая далекая для ивановца, становится на выставке Кузьмичевой необычайно близкой. Можно вдохнуть ее запах, прикоснуться к воде, поежиться от зимнего холода. На картинах изображен февральский карнавал. Отсюда и холодная гамма. Кажется, на полотнах все оттенки серого и синего. Главная тайна этих картин скрыта под масками. Какой будет разгадка, каждый посетитель решает для себя сам. Есть что отгадывать и что можно интерпретировать каждому, как ему хочется. То есть, когда смотришь, и все понятно, мне кажется, это скучно. А тут каждый может придумать свою историю. Можно... То есть, даже вот интересно, что у меня приходили люди разные и в мастерской, и видели эти работы. И каждый даже название придумает свое. Хоровод времен. Люблю голубое. Бывает, что печаль с тобой не расстается. Авторские названия картин необыкновенно поэтичны. Недаром гости сравнивают ее с лучшими российскими поэтами – Блоком, Бродским, Высоцким. Знаете, без сопливого пафоса, без какого-то там красивости. Это действительно красиво, это действительно прекрасно. Это по-честному очень все сделано. И в этих масках. Здесь ведь нельзя сказать, что здесь... Просто только счастье, только радость, только карнавал. Да нет, здесь столько конфликтов, здесь столько напряжений, но здесь столько нерешенного, здесь столько прошлого и будущего, сколько бывает только в работах у Кузьмичевой. «Время Венеции» – выставка, которая будет интересна каждому. Здесь можно разгадывать символы, искать авторские подсказки или просто заглянуть в воду и увидеть там отражение мира. Критики в очередной раз поразились таланту Светланы Кузьмичевой, которая сумела вдохнуть новую жизнь в одну из самых распространенных тем в искусстве – тему венецианского карнавала. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.